Авария произошла ближе к полуночи на 6-м километре автодороги Большой Кильтей-Куяново. 41-летний житель Нефтекамска за рулем Богдана съехал в кювет и опрокинулся. На месте происшествия работали спасатели, однако в результате аварии водитель скончался на месте. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах аварии. С начала года в Краснокамском районе произошло 45 ДТП, в которых погиб 21 человек. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения во избежание таких последствий.